Сегодня готовила манник 3 стакана. Посмотрите, берем с собой на пикник. Разрежу именно в лесу, покажу, какой внутри. Только из духовки достали. Ну да, жалко, что не у всех получается. Я не знаю, почему не получается. Да, он очень высокий, хорошо держит форму. В общем, сейчас покажем, какой внутри. Да, вот у мамы день рождения, мы берем маме на день рождения. Да. Тебя с днем рождения, тебя с днем рождения поздравляем. С днем рождения тебя. Солнышко, счастье тебе. Так, мы разрежем. У нас подстоял тебе 1.5 часа, да? Меньше. Меньше, да? Да, меньше, около часа. И какой же он этот скандальный пирог? Вот, он режется хорошо, вот смотрите. Так, держи, Сашуля, нож. Смотрите. Ну, класс. Пропеклись все коржи. Надо укусить его, я хочу, чтобы ты... Ага. Оно. Очень вкусно. Ребята, ну классно. Ну, это самый вкусный манник с яблоками. Ну, дай я попробую. Вот это 3 стакана. А. Смотрите, как внутри. Ребята, не знаю. Он классный. О. Дай мне попробовать. Каша не потекла. Ничего нету. Ну, я не знаю, я не могу понять, почему... Не получается. То, что у вас может потекать по краям, это потому, что неплотно формочка прилегает. Возьмите новую форму, она не будет капать. У меня не капает. Очень вкусный. Угу. Вот такой. Крутой. Угу. Очень вкусный. Классно, Сашка? Угу. Ты не врешь? Да. Это все наиграно. Проплаченный комментарий. Саша, сколько тебе заплатили? Он пока вкусный, ничего, ты... вот пока... я жду. Оля, плати Оле. Слышишь, плати Саше, чтобы Саша горел. Я мясом, я сейчас мясом буду платить. Будем делать шашлык. Едой. Ну вот. Ну такое. Саша продалась за пирог. Классно, реально вкусно.